Всем привет! Продолжаем наше похождение в GTA RP на сервере Grand. Сегодня немного необычный выпуск. Дело в том, что большая часть сюжета будет не от моего лица, а от лица Элли. Собственно, она и предоставила мне данный материал. Ближе к делу. Мы захотели создать одну необычную ситуацию и посмотреть, как на это отреагирует полиция. Короче говоря, Элли в этом выпуске будет в образе старухи, у которой на крыше дома таинственным образом образовалась целая плантация марихуаны. Откуда там все это появилось, хрен его знает. Обыграем эту ситуацию следующим образом. Наблюдательные соседи вызвали полицию. Ну а что будет дальше, тоже хрен его знает. Есть один небольшой нюанс во всей этой непонятной движухе. Мы не будем пытаться как-то вмешиваться в противостояние Элли и сотрудников полиции. Никаких провокаций и перестрелок, как это обычно бывает. Ну что ж, давайте посмотрим, что из этого получится. Короче, план такой. А ты, ну как и планировалось, со снайперки будешь типа смотреть, короче. Они, короче, приедут, типа... Как только они приедут, ты мне кто-нибудь там, допустим, ты смс-ку напишешь, что они приехали. Так, смотри дальше. Ты должен вызвать полицию и, типа, ну, сказать, что там бабку, короче, походу грабят, типа, ну, вот такую, такую типа, формулировку, короче. Но... Заебись. Четко. Почем сметана? Слышишь? Почем огурцы? Ля, ну нормально, да? Ну, короче, выбрала такой... Ну что скажешь, Блэк нормальный, да? Мне парочку огурчиков. На тебе, я засажу тебе огурцы, по самому не балуюсь, школьники. Вы где? Я на крыше, на высокую стенку и прыгай. Так, ну что, где будем высаживать-то? Вот, вот прямо, тут, вот прямо? Тут, вот да. Чтоб вот, видно, да, было? Да, проект озеленения. Это дизайнерское новое нововведение, новаторское. Просто вот крыша должна быть зеленой. Смотрите, о, елочки пошли, я пошел сажать. Так, сейчас всю крышу засадим. А они вырастут еще больше лет? Такой у них размер маленький. Потом только вызовите полицию и скажете, что какие-то гэнгстеры бабку грабят. Если они вообще приедут, не факт, конечно. Приехали. Да? Да. Как и было задумано, через какое-то время приехала полиция. А в этот момент на крыше дома растет и процветает целое поле марихуаны. Наши полномочия тут заканчиваются. Теперь на сцену выходит Эля. Он у дома стоит, он смотрит. Все, на крыше он? Ну, он пытается попасть туда. Ну как попадет, скажи. Сейчас прыгает, прыгает, прыгает. Так. Не может прыгать нормально. Идиот. Это дебошит. Так, так. Ну давай, дай допрыгай. Ну, идиот. Есть. Что, остальные залезли, он не может залезть? Все залезли, он не может. Можешь мне выйти, типа, уже? У тебя уже... тут на крыше полквартала уже сидит. Окей, я сейчас... Есть, есть, он на крыше, он на крыше. Окей, я выхожу. Алло! А ну, пошли, вот, я смотрю передачу «Любовь и голуби», а вы мне там побелка на меня сыпется. Ну-ка, брысь, брысь отсюда! Он смотрит на них, я не знаю. Может, они слышат тебя, конечно. Я что-то не поняла. Ты что там, самый умный, а? Ну-ка, брысь от моей буровины фермы. Ты, гад! Ты что творишь? Гад! Арестовал. Ты иди поближе снимай, Блэк. Я тут ору, блин, угораю. Терепал. Я ничего, отпустите, помогите, бабку убивают, помогите, соседи! Я скандал такой учиню, я вам сейчас устрою. Вы на меня побелка сыпете, я смотрю свой сериал «Любовь и голуби». Что за хрень, черт возьми? Офицеры, помогите! Товарищ, ты самый главный муравей, кто меня там это... Ты вот знаешь что, ты вот будешь мне крышу чинить, я тебя заставлю. Это моя муравьиная ферма, вы не имеете права ее трогать. Блин, еще патруль приехал. Скажи, она давно... Это частная территория! Сторожила района. Мужчины там... Убирайтесь! Офицер, бабушку звал, ну как так может с бабушкой обращаться? Где? Ну вы что? Частная территория! Вот я никуда с вами не пойду, потому что это моя муравьиная ферма. Я смотрю свой сериал «Любовь и голуби». Нет, пожалуйста, нет!
Ну, пожалуйста. Папку хотят с крыши скинуть. Спускайте ее за руки, я все поняла. Хотите этот дом кому-то, да? Да нет. Дом государству не достанется, это мой дом. Люди, что вы смотрите? Помогите! Бабуля, подождите, я сейчас лестницу принесу из багажника. Я вот никак не могу понять, а за что меня утаскивают? Нет, вот вы бандиты, гэнгстеры меня грабят. Грабят гэнгстеры. Все, что вы скажете, будет использовано против вас в суде. Помогите, гэнгстеры грабят бабку. Время спустя бабку, в смысле Элю, упаковали и куда-то увезли. С этого момента видео будет идти от ее лица. Я дико извиняюсь, а меня куда везут вообще? За что? Что за беспредел-то вообще какой-то? Почему вы, гэнгстеры, грабите пожилую женщину среди белого дня? Это вообще, это уму неприложимо. Это как такое может быть? Я скандал такой учиню! Бабуль, вы были задержаны по статье 2.1.3. Распространение наркотиков. Какие наркотики? Так, бабуль, при себе имеете что-либо запрещенное? Я имею только запрещенное, ну что я имею? Ничего. У меня ничего нету, я живу одна. Мой дед помер очень давно, представляете? Где-то его вот гэнгстеры убили и в кислоте растворили. Да. Бабуль, есть что-нибудь запрещенное при вас? Да нет у меня ничего запрещенного, хорошо, говорю же, я вам... Начальника! Так, достал одноразовые перчатки из левого кармана, после чего надел их... А, не надо мне в попу, не надо, пожалуйста! Хорошо, тогда нам придется позвать девушку. Бен, зайдите к нам в камеру. Бен, зайдите, помогите ее обыскать. Я смотрела сериал. Я не имею права ее обыскивать. Сериал «Любовь должна обыскать девушка. Зайдите к нам. На меня посыпались побелька. Я вышла, а он как термит там, на моей ферме. Стоит, шарится на крыше. Так, бабуля, откуда у вас пистолет? Это моя память о моем дедушке. Да, лицензия на оружие у вас имеется? Какая лицензия? Я не стрелок, я не гэнгстер. Спенсер, я не хочу в тюрьму, я не хочу гнить там, не хочу, там плохие люди, гэнгстеры там. Они же будут издеваться над бабкой, Спенсер. Спенсер! Бабуля, слышно меня? Да, Спенсер! Спенсер! Опять какие-то школьники там у меня на крыше прыгают. Ну, такое бывает. Бабку вечно терроризируют эти малолетки. А оказалось, что это Спенсер. И Спенсер продавил мою крышу. А потом Спенсер пытался меня скинуть с крыши. Но потом Спенсер принес лестницу. Бабуль, я на крышу даже не залазил. А Спенсер, это был не ты? Да, это был не я. Спенсер, мы едем домой? Спенсер! Спенсер! Бабуля, нет, мы едем не домой. А куда мы едем, Спенсер? Бабуля, в тюрьму, бабуля. Не надо, Спенсер, пожалуйста, Спенсер, там гэнгстеры, они меня убьют. Бабуль, смотрите, на ваш срок пребывания в тюрьме я вступаю на дежурство. О май гад, бабуля! Я буду вас защищать. Бабуль, я буду вас защищать, что у вас с вами ничто, никто ничего не сделал. Спенсер, а вдруг ты будешь меня насиловать? Бабуль, нет, я не такой. Очень жалко. Спенсер! Слушай, мне страшно. Не бойтесь, бабуль, не бойтесь. Ты посмотрите, Спенсер! Здравствуйте, офицер. Спенсер, тут такие бандиты и гангстеры. Завали ебало, блядь, ты нахуй, блядь. Спенсер! Берите свои личные вещи и пройдемте в прачечную. А кто со мной соседствует, за что они сидят? Это насильники, да? Ой, какие рожи-то противные тут у всех. Ой, так, Спенсер, положил поднос, да, с гамбургером и колой на лавочку. Все, бабуль, можете кушать, все очень вкусно. Ой, спасибо, Спенсер. Все, бабуль, я пошел. Давай, Спенсер, если что, я буду очень громко орать. Да ты чего? Спенсер! Спенсер! Куй, Спенсер! Спенсер! Он меня заразил чем-то! Скорее всего, это сифилис! Это СПИД! Спенсер, за что? Вот как-то так. Такая вот необычная сегодня у нас получилась серия от лица Элли. Для тех, кто не в курсе, у нее тоже есть свой YouTube-канал, на котором она время от времени проводит стримы, в том числе и по GTA 5. Кому интересно, ссылку оставляю в описании. Там, кстати, есть моя реферальная ссылка на тот случай, если кто-то захочет играть с нами.
В общем, дает мне и вам небольшой стартовый денежный бонус. А деньги, как правило, нужны для континента. Что ж, спасибо, что посмотрели данный видеоролик. Надеюсь, вам это было интересно. Всем спасибо, всем пока. До скорой встречи.